Выбор рынка и поиск покупателя. Этап выбора рынка и поиска покупателя является одним из наиболее важных этапов реализации экспортного проекта, поскольку именно на данном этапе компания непосредственно принимает решение об осуществлении экспортных поставок. Крайне важным на этапе выбора рынка и поиска покупателя становится получение максимального объема аналитической информации о возможных рынках сбыта и каналах реализации продукции. Ключевыми задачами для экспортера на этом этапе являются определение географического направления экспорта и целевого рынка, анализ существующих барьеров для входа на целевой рынок, изучение потенциального целевого рынка, национальные и культурные особенности, емкость рынка, конкуренты и цена, определение возможных каналов реализации продукции и типа покупателя, поиск иностранного контрагента, в том числе за счет участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях, проведение рекламных кампаний. Получите консультацию по интересующему вас вопросу, контакты на обложке видео.